Всем привет, с вами Xabyte. И сегодня я попытаюсь пройти эту злосчастную карту под номером 19 в Porto Prelude. Кто смотрел последний стрим, он видел, что я там очень нихреново застрял и не могу пройти дальше. Потому что там нужна очень высокая скорость реакции, еще надо додуматься, куда стрелять. В общем, чтобы не мучить вас в стриме своими фейлами, я выложу сейчас летсплей прохождения этой камеры. Надеюсь, у меня сейчас это все быстренько получится. И летсплей будет в самом высоком качестве, естественно. Так, что тут надо сделать? Вроде как тут надо распрыгаться, блин, а потом куда-то там стрельнуть. Вроде бы как. Давайте посмотрим, что у нас получится. Да блин, ну вот у нас стандартная проблема. Стандартный косяк, блин. Надо как-то, блин, по определенному распрыгаться. Ой. Ой. Да, видите, какая фигня. Сильно под ноги стреляю. Оп. 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 Да блин, ну видите, на последнем портале получается какая-то хрень. Как-то надо стрелять немножко с упреждением себе вперед. А я, получается, стреляю назад, блин, под ноги. Слишком сильно. Блин, теперь, ребят, надо выстрелить себе. Куда это меня унесло? Видали, как меня унесло? Я даже не понял, куда. Блин. Физика. Это вот такая физика. Эти долбанные законы сохранения энергии, которые, блин, бесят часто, очень-очень часто бесят. Да блин. Может, нам надо туда перелететь вообще? Надо попробовать. Я-то все думаю, что в бок, а может, надо туда. Блин, куда-то унесло нафиг. Ну что ты, блин? Да блин, ну вот видите, надо стрелять очень быстро, очень точно. При этом желательно еще знать, куда. Я вот пока даже не... Если честно, я не понял.
То ли надо, блин, куда вот тут надо перелететь, я, если честно, вообще не понял. Блин. Возможно, надо туда перелететь. Возможно. Да блин, что его так разворачивает-то, блин? Задолбал. Да блин, ну видите, какая фигня. Надо как-то стрелять себе прям под ноги, блин. А я, получается, рановато стреляю. Блин, или поздновато. Немножко опять не получается, блин. У меня друг один, он так и не прошел этот уровень и бросил играть. Я проходил один раз, проходил всю игру полностью. Блин, я просто не помню дорогу даже, куда тут идти. Либо туда, либо сюда. Скорее всего, сюда. Блин, ребят, я не знаю вообще даже. Можно было бы, конечно, глянуть чужое прохождение, блин, но охота самому додуматься. Да что ты, блядь, выкидываешь куда-то в бок, а? Долбаная физика, блин. Как-то, блин, непонятно, короче. Оп. Ой, тут еще надо успевать разворачиваться, блин. Как я уже говорил, ребят, Portal Prelude, он в 1000 раз сложнее Portal 1 и даже Portal 2 со всеми его гелями, блин, и там световыми мостами и антигравитационными тоннелями, блин. Это просто ужас. Как тут... Один зритель сказал на стриме, здесь не надо думать, здесь надо действовать. Извините, блядь, тут вот непонятно вообще, куда прыгать-то и зачем. Как тут не надо думать? Блин. Здесь вот надо как-то распрыгаться, блин, а как, хрен узнает. Видите, не получается у меня на последнем парке.
Так, ребят, я сейчас глянул прохождение одного чувака. В общем, все-таки включить надо вот это дело заранее. Так что лучше нам туда сходить. Или, в принципе, мы можем сейчас загрузить игру. Вот мы все тут запустили, у нас полетел шарик. Пойдем назад. Я теперь знаю, куда надо было выстрелить порталом. Блин, я, в принципе, почему-то так и думал. Но там, блин, ребят, там нужна очень высокая скорость. У него тоже не получилось с первого раза это сделать. Вообще. А, и нам еще нужен куб, ребят. У нас нет куба. Сейчас мы сгоняем за кубом. Нам надо распрыгаться вон до той стены. Вон до той стены, а потом там в пол выстрелить. Но, блин, это надо суметь. Блядский шарик. Как тут, блин, можно успеть? Наконец-то, блин, ребят, ура! Ура, ребят! Блин, надо сохраниться. Теперь он делал что? Так, по-моему, он сюда завернул. Да, да, именно так. И вон ту надо развернуть штуку. Только чтобы это сделать, нам надо... Короче, нам надо перепрыгнуть. Перепрыгнуть нам надо вон туда. Возможно, мы сейчас тут будем фейлить, потому что это тоже... О! Нормально. Так, как эта штука поворачивается? Так. Так, вот так, да? Теперь нам надо куб. Куб нам нужен. Ну да, у нас теперь, видите, как все хорошо летает. Нам нужно добыть себе куб. Это уже не сложно все. Блин, вот честно, ребят, я не помню, как я прошел, блин, первый раз. Возможно, тоже глянул прохождение чьё-то. Потому что, ну, нереально. Ну, а теперь нам тут осталось только открыть двери. И все. Сейчас, ребят, он прилетит. Опа, не попал. А почему не попал? Блин, ребят, почему-то не попал. Сюда, может, поближе? А, во. Один есть. Так, второй есть. И нам надо третий. Наверное, вот так. Все, ребят, прошли. Тут делов-то, блин, на рубль было.
как я и говорил, часть механизмов здесь просто отвлекала. То есть вот это она вообще нам даже не понадобилась ничем. Блин. Так, куб мы переместили. Теперь сейчас сами переместимся и все. Все, ребят, уровень пройден. Ура, блин, ура. А, ребят, не все. Это была только первая часть. Блин. Это была только начальная часть. Теперь нам надо... теперь нам надо переместиться наверх. Ну, давайте посмотрим. Блин, тут все двигается. Ого, куда нам надо? Офигеть. Тут, скорее всего, знаете, как надо делать? Вот так. А потом вот так. Сейчас сейвнемся. Охренеть. Подождите, а как, блин, тут успеешь-то перестрелиться-то, блин? Ого. Да блин, да тут не успеешь перестрелиться-то даже. Блин, ой, ребят. Что-то он закрылся нахрен, портал. Видимо, так задумано. Нам, в общем, надо... Надо теперь нам... А, тут, видите, какая фигня, двигается платформа. Нам надо теперь... Как-то перепрыгивать. Ой. Блин. Сейчас мы синим, да? Блин, офигеть. Он закрылся. Блин. Блин, там все двигается и надо на скорость. Ё-моё. Блин. Поняли, ребят. Блин. Мы уже хотя бы повыше забрались. Да тут далеко, блин. По-хорошему мне бы с центра было. Да-да-да. Блин. Блин, ребят, насколько это все сложно, капец. Заебись. Тут есть, блядь, пара секунд, ребят, чтобы перепрыгнуть. Если, блин,
Не успел то все. Блин. Твою мать. Да блин. Ну вроде мы уже повыше, да? Чуть-чуть осталось. Блин, тут все двигается. И как вот быть-то, блин? Блядь. Ну да. Да блин, ну видели, какая фигня. Там мешается другая платформа, блин. Ну как я угадаю? Блин. Сука, блин. Ну мы вроде еще повыше, да? Они, блин, все двигаются, блин. Так, вроде еще повыше, да, нам осталось совсем чуть-чуть. И то надо сначала куда-то туда вон запрыгнуть, оказывается. Блин. Чуть-чуть осталось. Блин. Ой, блин, лоханулся я. Ну и как тут вот? Мне сказали, тут не надо думать, не надо думать, тут надо, блин, очень быстро действовать. Как? Тут, блин, сначала надо подумать, куда прилетишь. Так, ребятки, нам осталось совсем чуть-чуть, да? Куда нам надо-то? Что-то нам показывают сюда и туда. Видимо, там какая-то кнопка. Блин, а как туда попасть? Интересно. А, видимо, надо ловить момент. Блин, или там кнопка, или тут кнопка, хрен, там, наверное, выход. Фиг его знает вообще.
Будем ловить момент. Офигеть, головоломка. Да, блин. Блин, капец, а. Теперь жди еще, блин. Блин, а не получится, если сюда вот спрыгнуть. Ах ты, блин. Не получится. Блин, я не сейвнулся. Ёп. Конский бог. Я думал, я сейвнулся. Блин. Капец, это я долбанулся, лоханулся, ребят. Да, блядь. Долбануться тут сложность, блин, прохождение, капец. Бля. На! Тут уже начинает заебывать. Причем не по-детски. Бля. Заебись, блин. Кто, блин, ребят, сказал, что в этом моде не надо думать? Тут, видимо, вообще в него не играл или прошел с ноклипом, блин. Причем это реально так. Так. Ага. Выход у нас там. Выход у нас там, а тут... Не понял. Подождите, я что, должен был с кубом сюда припрыгнуть, что ли? Не понял. Блин, поход дел, да. А чё ж не предупредили, блин? И где я им куб возьму? Блин. Вы представляете, какая хрень? Офигеть, чё, с кубом надо было идти? Твою мать. Я вообще в шоке. Никто ж даже не предупредил, блядь, что надо идти с кубом. Я, короче, не буду переигрывать. Это слишком долго.
Наконец-то, ребят, блин. Я прошу прощения за ноу-клип в конце, потому что меня это уже достало. Никто не говорит ничего, блин, не объясняют, а ходить кругами 30 раз по одной карте, это совсем, блин, не то, чем я хотел бы заниматься. И вот у нас наш долгожданный тортик, ура, ура, давайте нам тортик. Мы должны сдать пушку. У нас отобрали пушку, а... Ура, ура, мы идем за тортик. Смотрите, это у нас Aperture Science. Комната отдыха нам надо пройти. Это следующая дверь налево, налево. Туда, да? Давайте сходим направо. А то чуть прям сразу налево. Мы хотим посмотреть, что тут есть. Так, сюда нас не пускают. Ух ты, это там праздник, он, видите, нас ждет подарок, тортик. Стульчики, прикольно. Congratulations, Admiral. You made it. Look, guys, our very first test subject to reach the end of the test alive. It's fantastic. I can't believe it's happening right now. Okay, listen. I know we promised you cake. Нас намахали. But they're going to plug GLaDOS, our new global artificial intelligence, in a few minutes. And of course, we can't miss it. You know. We were working on this project for 15 years. I'm pretty sure you know what it means. No party for the moment. So, here's the deal. We offer you to witness this event live with us. Go take a tour in the complex while we work on the very last details. I'll send you someone to show you the way in a few minutes. And when everything will be okay, we'll all come back here and start this party with everyone. With these two great successes in a single day, prepare yourself for the greatest party of the century. Take that, Black Mesa. Выкуси Black Mesa, ха-ха, класс. Рожать. Так, куда идти-то? Тортик, смотрите, какой классный тортик. И это все нам, и подарки. Блин, класс. Это ж ведь это глаз этой GLaDOS. Так, куда идти-то, блин? Не сюда. Может, все-таки куда-то наверх? GLaDOS. Так, блин, ну что, нет, что ли? Там я уже был. А, вот она. Шестая камера, ребят. Наше кровище осталось, пушка. Нет, не наше кровище. Это кто-то там, да, не прошел шестую камеру. Кого-то размазало шариком.
Jack sent me to show you the way. Follow me, please. Пойдем, пойдем, мужик, веди нас. Ну да, я так и думал, что нам сюда. Ребят, напоминаю, запись в 1440p 60 fps. Битрейт самый большой, поэтому смотрите тут, как все охренительно выглядит. Something like that. Yesterday, I heard someone saying that the module was not yet ready for the official launch. I bet they're going to bug GLaDOS without it. Anyway, they can do whatever they want. It's not really my problem. Давай ж быстрее, GLaDOS пошли. Okay, here we are. You open this door, go down one level, open another door, turn left, take the elevator, open another door, leave the room, go straight ahead, end. Her. You turn right and it should be there. Ребят, вы запомнили дорогу? Что-то открой дверь, спустись на этаж, потом открой еще одну дверь. Иди в лифт. Он что-то тут объяснял долго, а лифт рядом. Так, мы сейчас идем к GLaDOS, подключать ее. У нас тут типа совещание. А, ребят, мы, короче, не туда, наверное, пришли. Ну ладно, сейчас разберемся. Смотри, тут какая плиточка красивая. Они не поняли, кто мы. И чё мы сюда приперлись. Нам нельзя пройти туда напрямую. Нам придется идти по служебному тоннелю. Нам сказали, что там ничего страшного, то есть никаких зомби и хэдкрабов. Просто надо следовать по тоннелю. Блин, классно, мне нравятся эти технические этажи. Опять наверх, офигеть. Столько спускаться вниз, чтобы, блин, лезть наверх. Опять вниз. Офигеть, ребят. А, по вентиляции. В лучших традициях Half-Life по вентиляции. Опа, вот она, ребят, блин, аж мурашки пошли, блин, такая тут масштабность, но больше всего эту масштабность видно в Portal 2, блин, там этого офигеть можно просто, там смотрите, какая-то кнопка. Так, а, мы открыли смотровое окно. Вот она, эта комната с GLaDOS, которую мы сейчас будем включать. Okay, come over here. Она уже, кстати, живая, вон этот глаз ее. Он уже полноценно двигается сам. Жалко, нам нельзя. Okay,
module is connected. Hey, you, up there. We are ready. Switch the system. Сейчас произойдет первый запуск GLaDOS. Без модуля морали. Почему-то. Это они нам говорят включить. Ну да. Мы включаем GLaDOS, ребят. Hello and welcome to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center. Guys, it works. GLaDOS is alive. Of course I am. Hey, she seems to be aware of its environment. To me, it sure looks like a triangle. Yes, for sure. What is this sound playing on the Aperture Science dedicated radio channel? It is interesting, but it is not what I need to do what I must do. What? What must you do? I must do what I can do. What is she saying, Mike? What can she do exactly? Well, now that I'm linking every single interface on this complex, basically everything. I think I found a more suitable sound for the upcoming situation. Она сменила саундтрек для предстоящей ситуации. Now it's hard to overstate my satisfaction, but I've experimented. Что за перевод пропал, ребят, на русский язык? Now, goodbye. Everyone, get the hell out of here. Это был самый неумный поступок из всех. Классно, у GLaDOS голос мне нравится. В общем, она чокнулась и всех грохнула нахрен. Это тот самый реактор, куда мы будем потом скидывать кубик в оригинальном портале. Ой, нам надо было, короче, ребят, бежать, не думая. А не разглядывать тут достопримечательности. Не понял, а куда бежать-то? Блин, ребят, я не знаю, куда бежать. Меньше разговоров, больше убит. Блин, я не знаю дорогу, ребят. Музон классный. Мне надоело тебя уговаривать. Блин, она, короче, тут это... пытается нас замочить. Антигравитацией. Электричество. Блин. Вся твоя жизнь была ошибкой в подсчетах. Ошибкой, которую я собираюсь поправить. Блин, я не... активно жалеешься, но на самом деле ты мертв. Блин, ребят, я не знаю, куда бежать, что делать. Так, смотрите, что-то произошло. Нас телепортировали. А, нет, нас не телепортировали. Они ее отрубили. И отрубили ее на несколько минут. Listen, GLaDOS can be stopped. There's pretty much nothing to do. There's only one thing you can try. Добраться до лаборатории, принести сюда модуль морали. But I don't think she will let you do anything without trying to stop you.
First, try to find another protagonist. And what the hell is that? Oh, gee. Надо, нам показывают, где лежит портальная пушка. Не зря мы зашли в ту камеру, в шестую. Тут уже ГЛаДОС всем орудует. Манхэки. Офигеть, ребят. Оказывается, вот эти глаза, это были не глаза, это, блин, ракета, блин. До свидули. Ага, какой чупакабрик. Блин, тут смотрите, манхэки везде летают за нами. Блин, я уже этого вообще ничего не помню, играл очень давно. Блин, да тут везде манхэки. Блин, ребятки, капец. Японский бог. Я так увлекся, что не нажал на сейв, блин. Капец. Сейвиться, я так увлекся, блин, игрой. Блин, вот самое фиговое, тут нельзя бегать, блин. Это бесит. Да, я даже вот не могу убежать от манхэка, блин. Так, у нас появилась портальная пушка. Так, а что надо сделать?
Блин, что-то, ребят, я не понял. Что надо сделать? А мне сказали, всего лишь надо быстро действовать. Я не понял, что надо делать. Блин, ребят, я правда не понимаю вообще, что надо сделать. Не знаю вообще, лифт же активирован, что еще надо-то? Неужели бах? Вообще непонятно нифига. А, вон куда надо бежать. Мне даже нарисовали стрелочкой. Оп. Все, сбежали. Мне нравится во втором портале ездить по трубам. Там очень классно. Так, ладно, ребят, всем огромное спасибо, кто посмотрел. Ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписаться. Ждите дальнейшее прохождение Portal Prelude. А на сегодня это все. Всем удачи, всем пока.